Итак, ребята, всем привет. Решил я сегодня покопать немного. Вот уже полтора часа хожу по этому дремучему лесу. Находок вообще никаких. Проволока и всякая дрянь. В этом лесу я как раз нашел пятак Екатерины. Вот думаю, здесь что-то еще будет. Ну не знаю, полтора часа уже брожу, ничего нету. Но наткнулся, ребята, вот на грибочек. Первый гриб в этом сезоне. Вижу, что он хороший, твердый. У меня уже третий коп и всякая фигня. Ничего достойного нету, шмуртя. Всякая мелочь. Правда, каждый коп у меня серебрушки были, но хочется что-то серьезного. Так, ребята, у меня сигнал. Хожу я по лесу. Вот у меня выпала монета. Сначала не мог определить, что это. Пригляделся, это у нас современная ходячка. Впервые вижу, чтобы так вот современная ходячка превратилась в зеленую. Я думал, что это стоящее. Вот собрался уж уходить, мне тоже ямку прозвонил. У меня еще одна ходячка, двушка. Та двушка и эта двушка. Ладно, кто-то рассыпуху, наверное, потерял. Очередной сигнал. И снова двушка. Уже третья. Либо здесь кто-то пьяный упал и все из карманов выпало. Либо что-то непонятно. Ну здесь вот недавно я вижу. Как недавно? Рядили сосны. Может, как раз вот эти вот дровосеки забухали, присели и все выпало. Итак, ребята, находок нет. Я даже не знаю, что делать. Либо место менять, либо что, не знаю. Вот, но зато нашел вот такую вот вещь. Так называемый капканчик у нас для кроликов, для зайцев. Зайцев здесь очень много. Вот. И вот так вот она работала у нас. Вот так вот она крепилась что-то. Когда он что-то морковку, наверное, дергал. И эта фигня падала. Ну, видно, наверное, сработало, раз захлопнуто. Может, уже добычу забрали. Хотя не знаю. Но это не важно. Пойду я еще, наверное, покопаю. Вот, копаем мы в этом леску. Потому что на открытом солнце очень жарко. Пекет. Итак, ребята, долгожданная находка. Сменили мы место дислокации. Переехали на мое любимое место, где земляной дедушка меня никогда не обижает, и на этот раз он меня не обидел. Выпал вот такой вот кругалик белого цвета. Это у нас 15 копеек. 15 копеек 1878 года. Сохранчик вроде бодренький. Просматриваются все мелкие детали. Замечательная находка, ребята. Вот. Копать еще будем. Еще солнце высоко. Так что смотрим, находки будут. Итак, ребята, у нас находка. Вот она вот так вот у нас лежит красиво. Вот. Сейчас мы посмотрим, что это за монета. Так, монета то ли убитая, то ли что. Ну, почитать ее вообще никак нельзя. Ладно, тереть не буду. Круглая она, хорошая, в принципе. Тереть не буду. Отмою.
Итак, у меня очередной сигнальчик был. Копнул я ямку. Ничего из комочка не выпало. Копнул еще раз. Сигнал продолжался. И оказалось у меня, что монета лежала прямо на поверхности. Вот, это у нас 2 копейки 32-го года. Вот такая монеточка у нас попалась. Люблю монеты со старым гербом. Ладно, ребят, смотрим. Копаем мы на старых местах. Возле такой красоты. Выкопал я ямку, вот. Прозвонил. Вроде монет нет, ничего крупного нет. Ямку засыпал. Думал, может, какая-то хрень, а обычный обломок какой-нибудь. Еще раз прозвонил. И у меня вот выпала вот такая вот пуговица-гирька. Очень интересная такая. У меня таких нет. Какая-то она странная. Ушко как на крестиках. Сама пуговичка овальная. И на пуговичке с каждой стороны по 3 точки. Вот, и немножко я лопатой шмякнул, она вон блестит. Ну ничего. Это лучше, чем свинцовый какой-нибудь грузик. Выпал у меня вот такой кругаль. Вот, я думаю, что это монета. Но сигнал какой-то был. Бил в чернину, не пойми что. Так. Нет, ребята. Это не монета. Это какой-то шмурдяк с дыркой. Для монеты тонкая. Фиг знает, что это такое. Возможно, конина. Да, ребята, это плоская конина. Итак, ребята, на улице стало очень жарко. Солнышко очень высоко подошло. Вот, и мы решили попить зеленого чая и спрятаться в машине в теньке. Вот. Решил открыть новую рубрику. Под названием, я даже не знаю, как назвать, но так, байки. Я видел, как-то ребята рассказывают байки в своих видео. У меня, в принципе, достаточно различных байк от местных жителей и от всего. Вот, и одна из байк, вот недавно был я на одном месте. Там, правда, я не удалось покопать, очень жарко, и времени было мало. И мне рассказали то, что когда-то одна бабушка, сейчас бабушка, а раньше она была девочкой, приходила в гости к одной тетке. И у них печка была большая. И на печке кирпичная была, и вся печка была обклеена царскими монетами, абсолютно вся, большими монетами. Вот. Монеты сажали на глину тогда. Конечно, байк очень интересный. Найти бы эту ямочку дымовую с этой печкой. Было бы, конечно, здорово. Ну вот одна из байк, которую мне поведал один старый житель. Вот. Интересно, конечно, байка. Ну ладно, сейчас чай, потом снова коп. Находки будут, обязательно покажу. Очередной сигнал, но из разряда шмурдя. Это у нас лысая пуговица. Вот такая вот пуговка. Хорошо хоть с ушком. И походу она была позолоченная. Внутри позолота осталось. Ладно. Жду я товарища Камрада. Вот. У него сегодня будет совместный со мной первый коп. С ним мы переписывались в переписке. Говорит, уже занимается второй год. И монет у него нету. Металлоискатель он
арендует Фишер 4. Вот, не знаю, не видел Фишера 4 в деле. Но я думаю, прибор хороший. И странно то, что у него еще за столько времени не было находок вообще. Вот он со мной переписывался, вроде как напросился. Вот. Да и мне скучно не будет. Ладно, ждем, когда приедет. В принципе, я уже копаю часа полтора. Вот он прибудет только, наверное, через часок. Итак, ребята, решил я вам немножко снять красоты природы. И вот смотрите, какая красавица. Огромная бабочка. Вообще огромная. Вот такая вот она, огромная. Не знаю даже, как она называется, потому что я таких бабочек впервые вижу. Итак, ребята, у меня сигнал. Правда, их тут много, но в основном алюминиевая проволока. Вот, и сигнал у меня был. И выпала хоть какая-то стоящая находка. Вот такая вот конина. Хорошая конинка. Я его лопатой. Но это не столь ценная находка. Ну, факт есть, что находка есть. Вот, но звенело немножко странно. Так, это у нас. Так. Это, ребят, у нас 100 рублей. 100 рублей 1993 года. Вот так вот эта находка. 100 рублей. А то нахожу все время. Одну копейку, две, три, четыре. А это 100 рублей. Это не империя, но все же находка. Итак, ребята, у меня какая-то находка, но смутные сомнения, что это монета. Гурта нет. Вижу, что дырочка. Сейчас вместе с вами посмотрим. Да, ребята, это не монета. А так было похоже. Медная. Итак, ребят, у меня очередная находка, ну, из разряда шмурдяка. Вот, у нас получилась вот такая вот конина большая. Хоть сейчас в упряжку и гоняй. У меня подъехал комрад, познакомились. Вот, человек вроде хороший. Будем с ним, наверное, работать. Итак, у меня очередной сигнал. Вот, между прочим, копнул старую ямку. Сигнал был хороший и решил проверить. И у меня вот выпала вот такая пуговка. Лысая пуговка. Согнутая, немножко отгрызана, но зато с ушком. Итак, ребята, достойных сигналов нету. Попался мне вот такой вот. Звенел немножко как цвет мед. Но оказался это вот старый такой замок. Насколько старый? Наверное, 30-40-е года. Вот такой вот замочек. Удачная, ребята, какашка оказалась. У меня комрад ковырялся вот в какашечке. Говорит, сигнал хороший. И вы знаете, у него первая монета за его карьеру. И первая монета царик. Ну, судя по состоянию, это, наверное, Александр. Вот, потому что Николай I, они вообще идеального состояния. Да, ребят, это 1870 какой-то год. К сожалению. Так, сейчас. Брызнь. Так, сейчас я вам скажу. 1877 год. Замечательная монета. Особенно год хороший. Немножко погрызана, но факт есть факт. У него это первая монета. Представляете? С подчином его проставляться должен. Долгожданный сигнальчик. Ну, вот такого вот образца пуговица. С ушком. Видел я у многих
такие находки. Вот и у меня такая. Комары зажрали, зато солнышко упало. У меня сигнал был очень хороший. Я не знаю, как его не выкопали. Вот старая яма, немного присыпанная. И вот из этой ямы я вытащил вот такую вот. Сигнал был вообще очень сильный. Я не знаю, что это такое. Итак, ребята, а эту находку я хотел бы с вами обсудить. Я хочу задать вопрос, что у меня находится в руках? Прошло уже 4 года, а я до сих пор не нашел информации на интернет-страницах. Так что пишите в комментариях, очень будет приятно послушать ваше мнение. Может быть, действительно что-то стоящее. На этом и все, всем пока, до новых встреч.